Приветствую всех, с вами Маркелова Борис, и я продолжаю записывать видео о трафике, где брать трафик и на каких площадках его можно взять, на проверенных площадках. И сегодня у нас на рассмотрении площадка PaidMe. То есть вы здесь можете быть как рекламодателем, так и просто просматривать объявления и зарабатывать на этом деньги. Но нам нужен трафик. То есть площадка проверенная, и на площадке можно давать вот, объявления. Как здесь зарегистрироваться? Вот давайте посмотрим. То есть вы нажимаете «Зарегистрироваться». Вы можете зарегистрировать через ВКонтакте, через Facebook, либо через свое имя, через email, через пароль. То есть все достаточно просто. Я вхожу здесь через социальную сеть ВКонтакте. То есть я захожу, регистрацию я проходил уже давно. И вы можете посмотреть, что вот рекламный бюджет, даже у меня здесь рубль 72 скопилось, то есть потрачено 578 рублей. Поэтому я вам и говорю, что здесь можно хорошо трафик получать. Итак, рекламодателям, после того, как вы зашли, вы можете посмотреть, что есть здесь тизерная реклама поверх всех браузеров, то есть вы можете видеть, как это выглядит. И вы можете заказать здесь абсолютно любое рекламное предложение. Также вот смотрите, разместить рекламу прямо сейчас. Вы можете выбрать тематику вашего предложения, страну выбрать, и при пополнении от 300 рублей здесь вам еще начислят 30 рублей. То есть те же самые платежные системы, можно пополнять с карт, можно пополнять с телефона, как хотите, так и пополняйте. Здесь можете почитать отзывы и многое-многое другое. То есть вы можете пробовать прямо сейчас. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно сделать заголовок, здесь нужно указать ссылку. Если у вас есть свой баннер, вы можете вставить свой баннер. Можете загрузить свой баннер. Вот нажимаете «Загрузить», выберите файл, вставляете сюда свой баннер. Также, если у вас нету баннеров, вы можете вот из этого списка, который здесь есть, именно выбрать ту картинку, которая вам больше нравится. Тем и удобна эта площадка. Также вы можете создать свой баннер, который вам больше нравится. То есть площадка проверенная, на площадку можно регистрироваться. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. На этом заканчиваю. Всем привет!